Мексиканское настроение, то задорные мариачи, то мощные фуги Баха. В рамках 23-го органного фестиваля в Саратове выступил Виктор Урбано, вице-президент Мексиканской национальной консерватории. Музыкант впервые в нашем городе, но сыграл дважды за день. Один из концертов дал для воспитанников детских домов. Основателю органной мексиканской музыки 80 лет, но он продолжает путешествовать по миру и презентовать необычную музыку. Саратовская публика ее оценила. Ваша публика очень горячая, напоминает мексиканскую. Мне было приятно здесь играть. Энергетика захватывающая, не мог остановиться. Мне незнакома была раньше российская публика. Теперь буду приезжать как можно чаще. Музыка объединяет всех людей. Слава Богу, что есть музыканты, которые хотят к нам приезжать. Мы получаем связь со всем миром. Впервые мексиканец, впервые, дай Бог, чтобы приехал американец. Не будет противостояния между странами.